Глава администрации Кировского района и генеральный директор ГП «Почта Донбасса» торжественно открыли новое отделение почтовой связи. Здесь жители Лидевки смогут оформить подписки на периодические издания, отправить и получить посылки, пополнить свой электронный кошелек и даже приобрести товары народного потребления. По многочисленным просьбам наших жителей, совместно с администрацией, совместно с «Почтой Донбасса» сегодня открылось отделение почтовое, где наши жители могут не только пенсии получать, но и пополнять, конечно, телефоны «Феникс». Открытие почтового отделения ждали с нетерпением все жители района. Как рассказала жительница Лидевки Ольга, раньше им приходилось проделывать долгий путь, чтобы воспользоваться услугами почтовой связи. Поэтому открытие отделения стало настоящим праздником для многих. Сложности большие. И отправить письмо, и получить письмо, и отправить посылку. Сейчас, вы знаете, мы настолько счастливы. Просто радость и счастье переполняет. Свою благодарность жители района выразили не только в словесной форме. В честь открытия сотрудникам нового отделения подарили цветы. Как сообщает генеральный директор ГП «Почта Донбасса», открытие отделения в Лидевке является далеко не последним. В ближайшее время в разных районах республики начнут работать новые отделения почтовой связи. Мы производим ремонт на 7 отделениях почтовой связи. 7. Еще 3 отделения почтовой связи приступим к ремонтным работам через 2 недели. То есть порядка 10 отделений мы откроем в ближайшее время. То есть месяц полтора мы будем открывать новые и ремонтировать старое отделение почтовой связи. Дарья Шарапова, Евгений Полянский, Новороссия ТВ.